Приветствую вас. Начну я, пожалуй, с самого начала. Когда у вас произошла первая неудача, то есть вот вы взяли первый кредит, да, и у вас с этим первым кредитом получилось все не так, как вы хотели изначально, то есть я имею в виду дело, на которое вы брали кредит, прогорело, ну вот, соответственно, вы как-то из этого кредита выбирались, но вам помогли. Как вы сами в этот момент на себя реагировали? Понимаете, если вы боялись провала, если вы опасались, что у вас ничего не получится, ну, например, да, то у вас ничего не получится, тогда, конечно, нет ничего удивительного в том, что вы потерпели определенную неудачу, потому что вами двигал страх, и, по сути дела, именно этот страх, он и заставил вас ошибиться, потому что была очень большая у вас мотивация делать то, что нужно. То есть вот именно мотивация. Именно мотивация заставила вас, ну вот у меня есть такое подозрение, что именно мотивация заставила вас вновь ошибиться. Вот. Конечно, здесь я могу ошибаться, вот, но что-то мне подсказывает, что именно чрезмерная мотивация и страх неудачи значит, помешал вам сделать все, как нужно было. Вот. Это первый момент. Второй момент. Второй момент касается, значит, того, что вы ошиблись. То есть вы раз за разом, по сути, ну, вот уже второй раз, да, вы совершаете, в принципе, похожую ошибку. То есть ошибка эта ваша, она заключается в том, что вы вкладываете средства в какие-то деньги, вы вкладываете средства в какое-то дело, и потом после этого вы как бы прогораете. Вот. Соответственно, важно понять, что, во-первых, это за дело такое у вас, значит, с чем оно, это дело вообще связано. Ну, вообще это связано, говоря. Вот. И почему у вас, ну, скажем так, такая, может быть, навязчивая идея реализоваться именно в этом, вот, в том, что вы хотите сделать. То есть, если у вас не получилось несколько раз, то, может быть, это все-таки не ваше. Вот. Но вы как-то вот об этом, судя по всему, не думали. Вот. То есть, первый момент, это момент, значит, вашего восприятия самого себя через контекст того, что произошло в первый раз. И второе, это четкое осознание, вот, своей позиции, касающейся именно вот того, почему вы делаете это. То есть, все-таки, важно ли это реально дело или нет. Далее, как теперь сказать значит, семье? Ну, во-первых, а нужно ли об этом говорить? Ну, взяли вы сами, как я понял, вы сами взяли кредит. Ну так и кто, получается, кредит вы брали, если я опять же правильно вас понял, кредит вы, получается, брали на себя.
в отличие от первого раза, когда вы брали кредит вместе с женой, да, теперь вы кредит брали только на себя. И, соответственно, вопрос, который я хочу вам задать, так, а нужно ли говорить об этом вашей жене вообще? Нужно ли ставить в известность вашу семью о том, что вы сделали, о том, что вы там опять залезли в кредит? Зачем? Стоит ли это делать? Имеет ли это такую необходимость? Если вы можете, если именно вы можете, если у вас есть такая возможность, то постарайтесь с кредитом разобраться сами, не ввязывая в это свою семью. Вот. Постарайтесь сделать так, чтобы с кредитом вы разобрались самостоятельно. Я не думаю, что это так уж сложно, ну, если, конечно, будут вопросы, куда идут деньги и так далее, но здесь можно постараться и по сути дела, там, может быть, больше зарабатывать вот на то, например, на ту разницу, да, больше зарабатывать на ту разницу, насколько вы влезли в кредит и так далее. То есть вы просто вот подумайте, как можно это сделать. Не торопитесь обязательно с принятием решений каких-то. Вы так сразу говорите, что все, надо вот, значит, надо семье говорить там и так далее. Так ли это нужно? Подумайте об этом, пожалуйста, еще хорошенько подумайте об этом. Далее, значит, если все-таки вашей семье придется сказать о том, что вы таки влезли в кредит, если все-таки вашей семье придется об этом сказать, то ну что поделать? Придется об этом сказать вашей семье. Ничего не поделать. Придется сказать. Значит, вы не ничтожество. Вот это вот ваша довольно-таки такая, на мой взгляд, опасная черта. Вы не ничтожество. Вы пытались сделать как, ну, как лучше. Вы пытались сделать так, как вам казалось правильным. Вот, ну да, у вас не получилось, это понятно, но вы пытались, вы хотели сделать как лучше. В этом плане я думаю, что вы молодец, и вам нужно просто своей семье донести, что вы хотели там, ну вот, донести до семьи, в общем, вам нужно донести свои мотивы именно, то есть зачем вы это делаете. Если вы сможете правильно донести своей семье, для чего и почему вы сделали это, то, что сделали, то я думаю, ваша семья вас поймет. Но, конечно, больше так поступать не стоит. То есть уже будут возникать вопросы. Тогда к вам, что это за дело такое, да, почему вы говорите, вот, что деньги нужны были сейчас, и ни в коем случае, там, не позже, и так далее, и так далее. То есть, вот, с чем это связано, такая трактовка? И обязательно нужно подкорректировать вашу деятельность, обязательно нужно ее корректировать, чтобы вы более правильно, значит,
чтобы вы правильно ее организовывали, чтобы больше не совершали таких ошибок, за которые вам потом было бы очень стыдно. Но стыдиться не нужно. Вы, главное, уроки, вы, главное, выводы извлекайте из того, что с вами происходит. Вот. Это на самом деле куда важнее, чем то, что вы будете себя бичевать и так далее. Значит, следующее вы пишете, значит, у нас есть маленький сын. Очень боюсь их потерять. А почему вы боитесь их потерять? Вы считаете, что вы сделали что-то плохое? Вы считаете, что вы совершили что-то неприемлемое? Или вы давали своей жене обещание, что больше делать так не будете? Почему вы боитесь их потерять? Ну, вы попробовали в очередной раз там что-то сделать, да? Ну, вы попробовали. Ну да, у вас не получилось. Но вы пробуете. Не получилось раз, не получилось два, ну, на третий, на четвертый раз, если вы будете прилагать усилия, если вы будете анализировать свои ошибки, обязательно получится. Важно понимать, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете, какую цель вы преследуете. Вот что гораздо важнее, это важнее того, что вы себя чувствуете. Понимаете, в чем дело? Вот об этом я рекомендую вам подумать как следует. Потому что, мне кажется, вы немножко не в ту сторону, как бы думаете. Вы думаете про себя. Вы думаете про себя. Вы говорите, я боюсь потерять, я не стою своего, я прогорел и так далее. А о семье своей вы думаете в данном случае? Почему вы боитесь их потерять? Почему они обязательно должны от вас уйти? Ради чего вы делали то, что делали? Вот это вот очень важный момент. Не потому ли вам стыдно, что вы ввязались в это дело потому, что не смогли принять проигрыш в первый раз? Если так, то стыдиться вам есть за что. Вы ставили свои личные амбиции на первое место, вы ставили свои личные амбиции важнее семейных ценностей, и из-за этого, собственно, пришли к тому, что, к чему пришли. И здесь, опять же, если вы не видите иного выхода, кроме как рассказать своей семье о том, что случилось, то начать нужно именно с этого, с того, что вы очень сильно ошиблись в том, что вот, поставили свои собственные приоритеты и свои собственные желания выше семьи. Вот. У вас есть в вашем письме значит, несколько нюансов, которые, на мой взгляд, являются очень важными в вопросах понимания вашей проблематики. Первый нюанс. Вы говорите, что до серьезного разговора осталось 5 дней. Почему? Почему именно 5 дней осталось до серьезного разговора? Откуда есть этот серьезный разговор? Откуда он вообще взялся, если ваша семья еще не знает, что произошло? Почему именно 5 дней? То есть вот эти вот обстоятельства, знаете, они не очень ясны. Далее. Вы пишете, значит, что... так. Значит, надо было действовать и брать все в свои руки. Вот вы говорите, надо было действовать и брать все в свои руки. Кому надо было действовать? Зачем надо было действовать? Действовать для чего надо было? Что вас не устраивает в вашем текущем положении,
что вы пытаетесь действовать и брать все в свои руки. Для чего? И чем вы руководствуетесь? Знаете, у вас есть определенный конфликт мотивов, для чего вы себя как раз таки и уничтожаете сейчас. Конфликт мотивов, то есть, с одной стороны, вроде бы как, изначально вы взяли женой деньги для того, чтобы у вас были средства на дело. Такое дело попробовали, оно прогорело, хорошо. Не все люди бизнесмены. Но вы это не приняли. По какой-то причине. По какой причине вы это не приняли? Что вас стимулировало попробовать еще? И что вас не устраивает в том, что есть сейчас? Если, как вы говорите, с женой очень хорошие отношения, и все вроде бы в порядке у вас. Так что же все-таки не устроило вас? Или не устраивало вас? Что не устраивало? Что заставляет раз за разом вас, уже второй раз, вас вкладывать деньги куда-то? Этим вот нужно разобраться, потому что до тех пор, пока вы не понимаете, что вами движет, ситуация и будет складываться так, что вы будете сами себя стыдиться, вы будете сами себя не принимать и так далее. А принять себя нужно. Если есть ваши мотивы, если есть ваши амбиции, это не самое плохое качество в человеке. Но старайтесь действовать за свой счет. Только за свой. Так, чтобы семья не страдала. Если есть нужды семьи, то это тоже нормально. Нормально, что семья в чем-то нуждается, но тогда согласовывайте это с семьей, если вы делаете что-то для семьи. Определитесь, пожалуйста, со своей позиции, какая она. Определитесь, пожалуйста, со своим ведущим мотивом и смыслом того, что вы делаете, для чего, ради чего и почему. И тогда вам будет все понятно. После вам останется только одно. Набрать мужество для того, чтобы принять результат, каким бы он ни был. Я не могу сказать, что это будет легко. Я могу сказать, что вам обязательно понравится результат, который вы увидите. Я не могу гарантировать, что вам это будет приятно. Но, по крайней мере, вы будете честны с собой. Пока вы с собой не честны до конца, как мне кажется, исходя из вашего текста, вопрос. Ну, кстати, сам ваш вопрос, он, значит, задан не был, кроме того, что как все это теперь объяснить. То есть вот этот ваш вопрос, как все это объяснить? А что объяснять? Вы знаете, что объяснять? Вот мне кажется, что вы сами сейчас не очень понимаете, что именно вы будете объяснять. И действительно, вы не знаете пока. Вы пока не знаете, что именно вам объяснять, почему вы это делали, к чему вы стремились и так далее. Определите это для себя. А после решите, будете ли вы честным с собой и со своей семьей, скажете им все как есть, и либо они вас примут, либо вы разойдетесь, потому что если они вас не примут, то у вас всегда будут определенные конфликты и так далее, и так далее. Либо они вас примут, и вы вместе пройдете через это, но с обязательным обещанием, что вы извлечете урок и впредь так больше не будете делать. Именно так. Другим путем, да, но не так. Вам нужно определить, что объяснять. Вам нужно определить свою позицию. Вам нужно понять, чего же вы хотите и для чего вы это все делаете. После этого все у вас будет в порядке. Что касается формы, то форму лучше выбирать не длительную,
Значит, если вы собираетесь рассказывать, то высказывайте все как есть, по факту, сухо, отрывисто, полно и так далее. Чем быстрее вы скажете это, тем быстрее с вас свалится груз, который вы сейчас на себя несете. Но ваши личностные проблемы, которые породили эту ситуацию, они не уйдут. И с ними нужно разбираться. И для этого вам нужен психолог. Ну или вы можете сами все это для себя определить. Просто сесть и подумать, для чего я ввязался второй раз в это дело. Зачем? Для чего я в первый раз ввязался, для чего второй? И что мной двигало, когда я не хотел говорить жене? Что мной двигало? Ну и напоследок, мне бы хотелось сказать вам, что взрослый человек, мужчина, несет ответственность. И вы говорите, что мне стыдно за себя, за то, что я не способен нести ответственность. Нет. Вы не правы. Вы несете ответственность. Вы ее пытаетесь избежать тем, что не говорите жене. Или собираетесь рассказать, ну, там, спустя 5 дней и так далее. Ответственность это либо вы решаете проблему самостоятельно так, чтобы семья даже не узнала об этом. Либо вы рассказываете семье обо всем, и вместе вы преодолеваете этот конфликт, либо вы вскрываете разногласия, которые делают невозможным ваше дальнейшее проживание. Что нормально. Когда люди совершают выбор, а вы совершили свой выбор, другие либо принимают этот выбор, либо нет. И тот, кто совершает выбор, должен быть готов к тому, что кто-то либо примет этот выбор, либо нет. Это и есть ответственность. То, что вы боитесь потерять своих близких, это, кратко, есть избегание от ответственности. Раз если вы боитесь их потерять, соответственно, не нужно делать что-то такое, что может спровоцировать их уход от вас. Но вы это сделали, а значит, вы боитесь потерять не их, а боитесь потерять что-то для себя. То есть вы не думаете о том, что если вы их потеряете, они будут в проигрыше. Вы беспокоитесь, что вы потеряете что-то для себя, если они от вас уйдут. Это тоже плохо. Вот. Кроме того, семья. Почему, собственно говоря, семья? У вас есть жена и ребенок. Ну, родители, как я понял, жены еще есть. Почему семья? Кто такая семья? Семья это что-то безликое, это какая-то форма, да, это ячейка, но это не люди. Вы со своей женой в каких отношениях? Дружески? Понимает она вас? Знает ли она вас? Если да, то скорее всего она подозревает, что вы это сделали. Благодаря своей женской интуиции. Если не подозревает, значит, или вас не знает, или не хочет знать. Не нужно говорить таких слов, как семья и так далее. Говорите жена и говорите ребенок. Не обезличивайте своих близких. Это плохо. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что пищу для размышления вам дал. Желаю вам успешного разрешения проблемы. Если остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!